вообще комфортно в том, что вот Юля уже 7-й год в декрете, да, а вы единственный вот добытчик, содержатель семьи? Если женщина будет работать так же, как мужчина, они оба будут бесполыми. Ага, то есть вам это необходимо, чтобы она не работала для того, чтобы быть мужиком? Ну, как минимум. Все, поняла. Тарас, а мы вот узнали от Юли, что когда вам было 21, вы тогда говорили о том, что вы хотите семью, что вы хотите четверо детей иметь. История нашей первой встречи очень сухая и системная. Была социальная сеть, в ней только появились поиск людей по параметрам. Я ввел полный набор параметров, по которым нашел свою будущую супругу. Там даже рост был. Вот. Мы встретились, и я начал задавать ей тяжелые вопросы. Интервью было системным. Я задал вопрос, сколько детей, умеет ли она готовить борщ, когда она намерена выйти замуж. Стоп-стоп! Вы в 21 искали жену. Четко почему-то да. Мне не было интересно там зажигать там и веселиться. Для меня было важно вот это эмоционально, точнее не эмоционально, а интеллектуальная связь, да? Он семью путает с бизнесом. Честно говоря, мне Юлин муж не по вкусу совершенно, ни по разговору, ни по внешности. Мне такой бы не подошел.